Алло? Где вас не видно? А я сейчас работаю на работе, Игнатий Тихонович. Так, все, отключаемся. Почему вы долго не выходили? На работе я. Ну, на работе. Вчера-то могли выйти? А мы спали, мы ложиться спали. Я тогда вам в 9:30 набрал вечера, и мы уже ложились спать. У нас была ночь вчера. Так. И это. Понимаете, пока не переговорим, пока фото квитка не будет, пока я не получу деньги, я не могу ничего сделать. А мы утром уже уезжаем до октября. Да, жалко. Я не пойму, что за причина странная какая-то. Не знаю, не знаю. Все поступает. Я же вам высылал. Перед этим только двое выписали также по полному комплекту из Америки. И все получили. Ничего, кроме благодарности, нету. Я на e-mail вам высылал. Ну как нету. Же, вы же мне ответили первый раз. Вот странно. Я ответил, и все, дальше-то нет ничего. Нужно выслать квиток, который вам дали при оплате. Есть он у меня. Просто я за рулем сейчас еду и не могу вот то, что смог отправить. Ну уже все, суббота, все, мы уезжаем. И теперь, если все, квиток будет сделан, это среди лета только случай какой-нибудь приведет меня в город. А так ждать до 11 октября. Нет проблем. Нет проблем. Когда даст Бог время вам? Вы квиток сразу... В городе. Вы квиток вышлите сразу, завтра же. Хорошо. И уже по скайпу я не выйду, потому что в деревне у нас нету возможности этой. Ну да. Ну, как есть, видите. Я не знаю, я не виноват. В квитке увидите дату, когда я выслал вам. Так. Я не могу понять, почему она не... Нету ничего. Может, молодые бы поискали бы на им, а уже поздно, уже все равно, уже никак. Почте. Вот сейчас мы только встаем, у нас ночь, 2 часа ночи. Ну да, вас, может это... А в 4:40 мы встаем уже на молитву. Ну да. Вот. Молодцы. Сильная работа у вас. Ну вот. Огромная. Ну вот, понимаете, почему у вас какие-то горы, а почему не фотографии ваши? Да я редко пользуюсь скайпом. Я вот, он у меня был. Я его вот апдейт только сделал. Но вы по Mail.ru тоже там эти горы прислали. Почему не ваши фотографии? У меня открыто все. Нет проблем. Я не спорю. Я могу зарядить. Зарядите. Обязательно. Да. И вот этот разговор, ну никак уже мы не продумаем. Во сколько возвращаетесь с работы? Сейчас у нас обед только, 12 часов. 3-4 где-то так, по-разному. Через сколько? Через 3 часа? Да, 3-4 где-то часа. Вы через 3 часа можете здесь вот квиток до этого времени выкинуть и сфотографировать. И здесь же можете мне нажать «Вызвать меня». Мне нужно вас увидеть. Окей. У нас... Хорошо, я вас спрашиваю. То, что мы разговариваем, выставляем в интернет, вы не против? Нет, не против. Мы ничего не скрываем, понимаете? Вы с нами познакомились, вы должны увидеть. Мы ничего не скрываем. У нас все открыто. Ни одного случая не было, чтобы вот так вот выслали деньги, и мы не выслали. Никак. Мы имеем великий... Я вам верю. Мы великий страх Божий имеем. Я увидел это на... Я убедился. Я уже больше полгода, наверное, смотрю ваш канал. Ну вот все. И рад очень за вас и за ваш канал. Вот, значит, что сейчас 3 часа пройдет, вы сюда фотографию квитка мне киньте и меня вызовите. 3 часа это у нас будет 5, я еще буду дома. А уже никак не забудьте обязательно, потому что, ну как же так?
Я бы сейчас выслал, но просто я за рулем. Я на траке работаю. Ну я это... Ладно. Еду, и не... Пока ну, для вот. Меня это слова. Сама, понимаете, да. Слова. Я ничего не вижу. Ничего не поступило. Да. Я поневоле начинаю думать, что розыгрыш какой-то идет. Не, ну вы получили этот шифр. Я же вам написал. Я обождите, адрес... обождите. Это бумага. Тут можно что угодно написать. Это интернет. Меня разыгрывали. Да, да, да. Сколько раз уже разыгрывали. Я такой-то, такой-то. А потом начинает лютым зверем делается. Отрезает головы и прилепляет к другим блудливым фотографиям. Пришлось в прокуратуру обращаться. И прокуратура обратилась в то государство. И там его сразу по частям разобрали. Все, сгинул, больше нету. И все убрал из интернета. Да. Люди умудряются. Вот и сейчас к нам отдыхать одна в виде девчонки, но никак по скайпу не выходит-то. И не из телефона не дает. А теперь все, в черный список заносить им все. Ну да. Люди дурят, у них ничего больше нету-то. Страха-то Божия нету. А как я могу проверить? Никак. Я вот спал, сейчас встал скорее маленько сделать что-то сегодня, потому что некогда. Машина нанятая, и везде все найми, курьера найми, мы не можем ничего сами сделать. Я должен видеть квиток, цифры, вы только США напишите, в каком месте писать, USA. United States of America, where I must... Ну да, да, я понял. США, штат Вашингтон. А вы покажите, где США, и все заново, повторите все это. А, окей. Да. Потому что мы на 100% идем с честностью. И такой же ответ ожидаем от других. Ну у, да. У меня книги-то, тысячи всего экземпляров, тысячу. И из них 750 я раздал бесплатно по библиотекам. У меня книги-то кончаются. Ну вот, я хочу заказать, успеть. Я экземпляр один оставлю вам до осени. Но если только сейчас все пришлете, и среди лета я буду здесь как-то, каким-то образом, я постараюсь, чтобы передам здесь своим, чтобы они послали вам. А так до 11 октября. Вы одним днем не успели. Да, да, я понимаю, сожалею. От меня ничего не зависит. Я вчера только ходил в банк, потому что... Ну, снял все, что прислали. Мы послали в Ирландию, только что посылали. В Испанию. Ну это... Что я буду показывать-то? Мы же сразу показываем в интернете, как это было. Я даже деньги получаю вот где-то. И все это снимаем и показываем. Вот я получаю, вот я стою в кассе. Нам решили помочь с Испанией. Выслали на помощь 1000 евро. И вот мы в магазине что брали? Там кухонный аппарат. Для кого брали? Я видел. Да-да, ролик есть, я видел. Да. Мы ничего не скрываем. У нас нечего скрывать, потому что мы перед Богом открыты. На суде Божьем будем стоять. Да, вы молодцы. Правильно. Вы меня видите сейчас? Я ничего не вижу, Игнатий Тихонович, я еду за рулем. Ну понял, все, я отхожу. Не забудьте, да. Обязательно сегодня выкрите и квиток, да еще не один раз его отпечатайте, чтобы я видел. Прямо вот здесь, вы все это пишите здесь, в скайпе. Хорошо, все, я отхожу, до свидания. Все, с Богом. С Богом.